Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Аня. Я рада приветствовать вас у меня на канале. У меня найдется очень много разных распаковок с интернет-магазинов. Если вы любите такие видео, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мою очередную распаковку. Заказываю много товаров, все очень разнообразные, интересные. Я уверена, вы что-нибудь для себя найдете полезное и интересное. Все ссылки я всегда оставляю в описании под видео, в первом закрепленном комментарии. Также оставляю все в телеграм-канале, где вы можете найти абсолютно любую ссылку из моих видео. И также оставляю, делюсь интересными находками проверенных продавцов. Так что заходите. Так как завтра уже у нас Новый год, хочу воспользоваться этим моментом и поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Очень хочу пожелать самого главного в новом году – это успехов, крепкого-крепкого здоровья вам и вашим близким. Это самое главное, что может быть. И чтобы в новом году все, что бы вы ни загадали, все, о чем вы мечтали, все сбылось. Поздравляю вас с Новым годом, мои хорошие, дорогие. Я вас всех очень люблю. Спасибо вам всем за поддержку, за то, что вы были этот год со мной, смотрели меня, писали мне, лайкали. Мне очень-очень приятно. Я ценю вас всех и каждого за вашу поддержку и любовь. Ну что, давайте начнем нашу распаковку. А это заказали мы с мужем очень классную вещь, инструмент. Это, как его называют, краскопульт. То есть это пистолет-распылитель краски. Ну, грубо говоря, приходит в фирменной коробке. Внутри все сложено. Он приходит в разборном виде. Как видите, все тут упаковано по своим пакетам. В комплекте идет аккумулятор. И вот из двух частей состоит сам краскопульт. Его мы соединить должны вот таким образом, подсоединить вот эту колбу, куда наливается краска, и соединяем аккумулятор и можем пользоваться. В комплекте зарядная, тут разные аксессуары к нему, инструкция, маска, и также продавец тут положил даже, так, положил вот эта штучка, наверное, куда заливать краску как-то, наверное, и перчатки. Очень давно хотели эту вещь, наконец заказали. Теперь можем, может муж у меня красить в гараже, он там ремонт вовсю делал. Единственное, что муж сказал, его надо очень хорошо мыть после использования. Обязательно испытаю, обязательно покажу, как мы с мужем работаем с ним, потому что такая вещь, что я считаю, что я обязана показать вам, как он в работе. Удобен он в том, что он беспроводной, то есть в комплекте аккумулятор, мы его зарядили, и нам не нужны никакие провода, розетка. В плане даже удобно вот на даче, например, беседку покрасить. В гараже, например, не нужно розетку, провод не будет мешать. И можно красить любые поверхности, двери, окна, стены, заборы, потолки, полы. В общем, все что угодно. Как я и сказала, обязательно его надо после использования почистить, чтобы не сломался. Даже у продавца написано характеристики. Выполнен он из пластика, достаточно прочный, он такой толстый. Так, отсюда будет воздух выходить у нас. И вот этой вот штукой, в общем, надо разбираться. Крутим, вертим тут. И вот отсюда будет краска выходить у нас, распылять. В общем, вот такой классный гаджет, вот такой классный инструмент заказали. Мы обязательно испытаю, покажу. На выбор он был только в одном варианте, в красном оттенке. Приходит в фирменной коробке, как я и показала. В общем, и будем испытывать, пробовать. Классная вещь. На AliExpress довольно часто проходят распродажи, поэтому следить за ценой товара бывает проблематично. И чтобы точно знать, когда купить товар выгоднее, всего советую воспользоваться приложением AliRadar. Оно легкое в использовании и совершенно бесплатное. AliRadar отслеживает цены всех товаров на AliExpress. Также в приложении вы можете найти рейтинг продавца и больше реальных фото товаров. Чтобы установить приложение, переходите по ссылочке, которая будет внизу в описании. А теперь давайте вам покажу, как работает данное приложение на примере. Заходим на AliExpress, затем находим товар, который вы хотели бы приобрести, нажимаем «Поделиться», дальше «Еще» и находим приложение AliRadar, нажимаем. Все, он переходит в это приложение. Здесь вы можете увидеть 4 вкладки. Первая вкладочка у нас – это реальные фотографии товара.
Вторая вкладочка – это у нас идет рейтинг продавца. Здесь вы можете увидеть, стоит ли доверять продавцу и почему. Дальше третья вкладочка – это у нас динамика цен на товары. Здесь мы увидим все изменения цены, как она повышалась, как понижалась. И следующая вкладочка – это у нас похожие товары. Здесь подобраны похожие товары от других продавцов с более низкой ценой. Это у нас зеленые ценнички. И с более высокой. Это у нас красные ценники. Все товары, которые вы проверяли и смотрели в приложении, сохраняются во вкладке «Избранное». Также в приложении есть интересная кнопка «Следить за ценой». Нажав на нее, вам придет уведомление от Алирадар о том, что цена упала и сейчас она более выгодная. Я могу сделать вывод, что Алирадар надежный помощник в покупках на Алиэкспресс. Переходите по ссылочке и устанавливайте приложение. Его можно установить как на Android, так и на iOS. Это очень удобное приложение. Ссылочка внизу в описании. Сегодня прям мужу повезло, сегодня его распаковка. Второй товар, который он очень ждал, это рыболовная жилетка. Очень классная. Кстати, заказываю этого магазина постоянно. Это я заказываю с Джума. У него есть магазин на Джуме рыболовных товаров, только там рыболовный и охотничий, кстати. Беру уже не первый раз, заказываю много у него, я всем довольна. Советую посмотреть, кстати, магазин. Это такая жилетка с множеством разных карманов, разных крючков, куда можно что-то повесить. Застегивается она на молнию, эта жилетка. И помимо молнии здесь есть карабин на резинке. Вот тут, видите, очень много карманов. И еще и внутри у него карманы в этой жилетке. По бокам она регулируется, то есть подойдет абсолютно любому мужчине. То есть отрегулировали на свой объем и одели. Кстати, отличный подарок может быть вашему мужу, сыну, кто любит рыбалку. Кстати, женщины многие ходят тоже на рыбалку. У меня, знаю, что среди моих зрителей есть такие, поэтому вот присмотритесь. Так, здесь у нас накладные карманы, которые расстегиваем. Внутри подкладка, все есть, все замечательно. Так, здесь открывается. Посмотрите, как интересно здесь сделано. Кстати, здесь какая-то плотная штучка вставлена, картонка. Здесь карманы сетки, здесь абсолютно такой же карман. Здесь, как интересно, придумано. Всякие, видите, здесь крючки, можно что-то прицепить рыболовное. Вот тут, имеются везде хлястики. Здесь зачем-то дырочки везде, наверное, для вентиляции, проветривания. Так, вот тут карманы, которые выполнены из сетки. Тут тоже с этой стороны. Сюда мы можем что-то повесить. Фонарик какой-нибудь, например. Внутри. О, здесь даже карабин есть. Видите, пластиковый внутри. Карман боковой из сетки. Здесь такой же карман, посмотрите. Блин, классная жилетка. Я думаю, муж будет доволен, уверена. Вот тут. А, вон, видите, еще как регулируется. То есть на плечи ремни тоже регулируются. Тут вот крючок. Тут то же самое выполнено. И открываем внутри жилет. У нас имеет вот тут какую-то лямку, карман. Здесь карман. Внутри, как видите, выполнено из сетки, чтобы не жарко было, не подсеть. И сзади тоже еще один карман большой. Так, так вот открываем. Здесь, видите, он большой карман из водоотталкивающей ткани, как-то так. Бирка присутствует. Здесь еще какой-то крючок. И здесь у нас на кнопках выполнено. С двух сторон. Тоже можно что-то туда положить. Можно так упаковать себе, что, блин, не снесешь потом этот жилет. Запаха никакого нет, бирки присутствуют. Я советую. На выбор данный жилет был в нескольких расцветках. Я взяла в зеленый, был и синий, если не ошибаюсь, и черный. Все хорошо, все качество отличное. Крючки разные, фурнитура пластиковая здесь. Выполнено все надежно и прошито красиво. Нравится, что ярко-оранжевые вот эти хлястики торчат. Отличный жилет. Муж, уверенно, будет доволен. Ну вот, третий товар
мужу. Я-то, честно, и даже не ожидала, что так получится. Первый раз у меня так, что для мужа прям сразу много всего пришло. Это тактический ремень. У него есть уже в черном цвете, взяла еще в зеленом. Он ему очень нравится. Качество ремня, конечно, шикарное. Этот ремень, наверное, вечный. Он выполнен из такого материала, который машины трос тягают. Ему ничего не будет. Пряжка металлическая, чтобы открыть ее, надо вот так нажать. Оп, и открываем. Так, защелкиваем. То есть не так просто его еще открыть. Шлевка на резинке. Ремень регулируется на любую талию. Такой вот ремень зеленый. На выбор еще много расцветок было разных. Ремень рекомендую тактически. Это уже наш второй у мужа. Есть у него в черном цвете. Очень классный ремень. Качество супер. Это металл, а этот, конечно, материал. Он, блин, я говорю, вечный. Ремень отличный, советую. Ну вот, это уже товар пришел мне. Это заказался нижнее белье. Это трусики. 3 штуки, каждая, видите, лежит в своем пакете. Вот такой вот комплект я заказала. Они идут комплектом, взяла черно, тут даже не знаю, какой-то серо-фиолетовый и красный. Люблю этот очень магазин, Финетто называется. Как видите, 2 пришли с биркой, а нет, тут тоже вон бирочка есть, эти трусики. Очень нравится, хлопок, сидят отлично, тянутся, как видите, очень хорошо. И это 100% хлопок. Так, вот тут вот написано, да, 95% хлопок, 5 спандекс, ну вот за счет чего они тянутся. А ластовица здесь 100% хлопок. Запаха никакого нету, мне нравится пошив, интересно сделано. У меня уже похожий стринг, я как-то себе пока заказывала, показывала. Вот решила взять уже слип, если не ошибаюсь, называются эти трусики. Интересно прошиты, они так красиво на фигуре садятся, мне так нравится. Я с таким большим удовольствием ношу данные трусики, прям очень довольна ими. Хлопок, тело дышит, комфортно, тянутся хорошо, они не просвечивают, ткань приятная. Мягкая, все прошито аккуратно, нет никаких ниток, нет никаких дефектов, все прошито. И вот эта вот резинка эластичная, мягкая, во время носки ничего не давит. Я трусиками очень довольна и могу вам рекомендовать. Они классные. Главное, внимательно с размером не ошибиться. На выбор огромное разнообразие комплектов и цена на комплект невысокая. Не могу остановить себя. Это уже моя 4-я цепочка для очков. Мой любимый аксессуар стал в этом году. И следующим летом буду с большим удовольствием носить. Настолько удобно, настолько красиво смотрится, здорово, что я вот заказываю уже 4-ю. Если до этого у меня были цепочки, в этот раз решила попробовать заказать, она пластиковая. То есть там металлическая, а такая пластиковая, выполнена в виде цепи. Видите, в комплекте тут силиконовые вот эти вот штучки, которые одеваем на наши очки, пристегиваем на карабины, они металлические, и вот эта цепочка у нас красиво будет держать наши очки, если они не надо, повесили на шею, очень удобно и смотрится красиво. Взяла я себе цепь, буду так и называть, в бежевом цвете. Она пластиковая, она очень легкая, то есть она дискомфорта никакого не будет доставлять вам. Видите, она то бежево-светлая, бежево-коричневая, такой неоднородный оттенок, за счет чего красивее смотрится. Ну и путаться в волосах, я думаю, она не будет. И она такая толстая. В общем, классная цепь. Мне нравится. Так, а это заказала я на кухню, насадка на кран. У меня похожая уже была, к сожалению, вот этот вот переключатель у меня перестал работать. Где-то мы пользовались 2 года, наверное, данной похожей насадкой. Я очень довольна, я уже не представляю свой кран, так как у меня сейчас еще старый смеситель. Скоро собираемся с мужем делать ремонт, менять кухню. Поэтому там пока что у меня еще старая сантехника, и поэтому в дальнейшем, конечно, хочу себе купить кран вот такого плана, уже встроенный, но пока купила вот такую насадку. Она пластиковая, как видите, она закручивается, вот эта часть, на кран, и она может крутиться, вертеться, и несколько режимов. Режим душа, вот видите здесь, и просто обычный режим.
Вот обычный. А, даже три режима. Так это все выполнено. Очень удобно пользоваться такого плана смесителем. Я осталась довольна. И тут в комплекте прокладки и еще какая-то часть, наверное, тоже для того, чтобы на кран закрутить. Таких насадок на Алиэкспрессе полно. Так что смотрите, выбирайте. Мне пользоваться очень понравилось. Это такая шапка. Приходит с биркой. Она флисовая. Посмотрите, какая классная. То здесь вырез для лица есть. Шея закрыта. У нас рот даже закрыт. Очень удобно. У меня муж, похоже, одевал шапку, одевал снуд. И так себе рот всегда нос с лицом закрывал, когда ходил на рыбалку. Так вот, решила ему заказать такого плана уже совместную шапку. Здесь, видите, на резинке все регулируется. То есть можно затянуть под себя. И ничего задувать не будет. Она из плотного материала. Еще раз повторю, флисовая. Ну, здесь вот написано 100% акрил. Не знаю, как она будет греть на самом деле. На выбор огромное разнообразие было разных расцветок данной шапки и большое разнообразие разных вариантов. Я взяла в серо-черном. В принципе, могу одевать и я. Мне тоже подойдет. Ох, очень долго шли до меня эти румяна. Долго ждала. Румяна, здесь хайлайтер также есть для контуринга или контуринга. Контуринг. В общем, для лица, для затемнения лица, в общем. Может, кто знает, о чем я. В общем, очень долго шли. Мой любимый бренд на Алиэкспресс. Декоративной косметики беру у них часто, обожаю их. Срок годности стоит. Номер, который я заказала, 03 хайлайт. И, как видите, запечатан в слюду. Долго, больше месяца шла. Я уже привыкла, что посылки до меня доходят 2-3 недели, а тут больше месяца. Сзади на коробке вся необходимая информация на английском языке. Написано 10 грамм здесь. Красивая пластиковая коробка. Так, здесь тоже наименование 03. Оттенок. На выбор было несколько оттенков. Открывается таким вот образом. Красивое оформление у них, конечно. Здесь, как видите, вот румяна или даже их оттенок. Видно вам? Такой нежно-нежно персиковый такой оттенок с небольшим шиммером. Так, это матовый. Можно затемнять некоторые участки лица. И хайлайтер. Очень красивый. Видно, не видно, очень. Подсвечивать скулы. Красивый очень оттенок. Очередной раз повторю, люблю этот бренд, обожаю этот магазин, люблю их косметику, заказываю декоративную косметику у них постоянно. Очень советую прогуляться по магазину. Выбор у них большой, косметика отличная и цена невысокая. Так, а это шампунь. Приходит в фирменной картонной коробке. Здесь пробник продавец положил. Тоже популярный бренд Оэдо, как-то так, на Алиэкспрессе, на Джуме. Так, здесь, как видите, он не взапаян слюду, но здесь наклейка. То есть видно, что никто не открывал, не пользовался. Читала про этот шампунь. Очень много положительных отзывов. Ну, думаю, попробую. Люблю экспериментировать, разные шампуни пользоваться. Здесь даже есть марка, знак качества. Стоит срок годности до 23 года. И на английском, как пользоваться, эффект, состав, в общем, все написано и на китайском. И вот такая вот пластиковая баночка, 100 миллилитров, красивая банка с помповым дозатором. Здесь, как видите, даже есть ограничитель стоит. Так, шампунь прозрачный, в общем, обычная консистенция, как у всех шампуней. Запах очень приятный, запах, знаете, такой, как будто каких-то трав. Аромат ненавязчивый. Буду испытывать, пробовать. А так было много положительных отзывов на данный шампунь. А это алмазная картина очередная. Сейчас вам покажу, что тут у нас за рисунок. Вот такой вот рисунок. Яркий, красивый. В зонтике, типа дождь размытая. Красивый, на самом деле. Картина должна получиться. 15 разных оттенков алмазиков. Тут под клейкой основой находится у нас с вами схема, по которой мы собираем наши алмазы. Размер взяла небольшой.
данной картины. Тут даже написано, типа, нарисована инструкция, как пользоваться. Так, и в комплекте у нас идет все необходимые моменты для страз, ванночка, ручка, клей и алмазики. Все, как видите, пронумерованы. И тут еще вот инструкция есть. Также продавец положил целую кучу zip-пакетов для того, чтобы сложить алмазики. И вот тут еще инструкция, еще одна в печатном виде. И тут видите, например, вот эти алмазики, один пакетик, вот этих алмазиков 6 пакетиков. Тут расписано. Обожаю алмазные картины, у меня их много и по фотографиям заказывала. Кто любит также собирать алмазные картины, как и я, советую. На выбор было много разных картин. Ну вот и все, наше видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя распаковка. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось сегодня. С удовольствием послушаю ваше мнение. Если остались вопросы, пишите, с удовольствием помогу и подскажу, чем смогу. Все ссылки в описании, в первом закрепленном комментарии. Также в телеграм-канале вы найдете абсолютно любую ссылку. Заходите, смотрите. Ну еще раз вас с наступающим Новым годом. Берегите себя, ваших близких, здоровья, счастья, успехов. И хочу пожелать всем побольше добра. Всем пока-пока. С наступающим. Встретимся с вами в Новом году. Всех целую. Пока-пока.